Как проникнуть во дворец? Я залезу по стене и... Нет, так далеко я не прыгну. Нужно найти другой путь. Антонио, это Леонардо, гениальный изобретатель. Он построил этот кусок дерьма. Tu sei un auditore, sei un combattente, perciò combatti. Это ты, изменник, Уберто. Я один из них. Сегодня ты убиваешь нас, но когда-нибудь мы убьем тебя. Клянусь, мы... Стиль у тебя есть, но здесь главная выносливость. Посмотрим, скольких ты сумеешь одолеть. Торопись. Чем раньше мы закончим с доктором, тем скорее отправимся веселиться. Эцио, посмотри на нее. Я не могу ее разговорить. Она все дни и ночи проводит, глядя на перья, которые собрал Петруччо. Она не может забыть о нем. Я не знаю, что делать. Эй, Эцио! Мне нужны эти перья. Секрет. Да, обещаю. Я скажу. Потом. Ты хочешь сбежать, Эцио? Отречься от всего, за что боролся и погиб твой отец? От своего наследия? Хорошо, come voi. Arrivederci e buona fortuna. Самовыражение – это очень важно для понимания жизни. Найди себе занятие. Когда мы были в этом мире, люди пытались объяснить наше существование. Мы были более развитыми. Ваш разум не был к этому готов. Эцио, я так и знала. Ладно, но только на минутку. Это точно. Живопись? Это прекрасно, но мне кажется, что моим работам не хватает, не знаю, цели. Я бы хотел заняться чем-нибудь полезным. Архитектурой или анатомией. Просто запечатлять красоту мира – это недостаточно. Я хочу изменить его. Похоже, ты научился всему, что я знаю. Я расскажу об этом Антонио. Займись другими делами. Мы почти у цели. Может, ты и не понимаешь этого, но жизнь многих людей стала лучше благодаря тебе. Довольна об этом. Смотри, я принесла тебе подарок. Я знал, что ты так скажешь. Бартоломео Дальвиано, вот кто тебе нужен. Сильвию не по душе ему и его людям. Он живет в армейском квартале, к юго-западу от Арсенала. Итак, Эцио, мы должны придумать для тебя подходящую награду. Какие у тебя предложения? Неподалеку в низинах есть аббатство. Монахи там ходят в черном. Начни поиски оттуда. Разыщи этого чертова монаха. Я отрублю ваши долбанные головы и засуну их в ваши долбанные задницы. Я не стану выбирать, кто в чью задницу попадет. О, какое это будет зрелище! У меня много имен. Убийца, головорез, вор. Но ты можешь называть меня Ла Вольпе. Говорят, что недавно прибыл караван прямо из Рима. Тайная встреча состоится сегодня на закате. Николо ди Бернардо Макиавелли. Я ассасин, хранитель древнего искусства защиты и развития человечества. Как и ты, и все находящиеся здесь. Он сам во всем виноват. Эти Борджия купили его с потрохами, но я такой ошибки не допущу. Ха! Укрылся! Скорее уж захватил. У него там не менее 200 наемников. Ну конечно, ведь ты тупой. Нас предали. Корабль ушел без нас. А теперь нас преследует ассасин. Но быть может, мы еще успеем. Если не добраться до острова, то хотя бы сбежать отсюда. Неужели ты думаешь, что я верю хоть единому слову из этой глупой книжанки? В ней только ложь и суеверие. Я Гонфолоньер, и мой долг заботиться о том, чтобы Флоренция оставалась оплотом правосудия. Я почти у цели. Уверен, что мы сможем привлечь Дожа на нашу сторону. Просто мне нужно время. Простите, сеньор. Вам стоило придавать больше значения моим словам. Это все Франческо. Нетерпение сделало его безрассудным. Я пытался быть голосом разума. Кто бы говорил, сеньор Барбариго, если бы ты прислал нам хорошее оружие, а не тот хлам, который вы, венецианцы, называете... Боишься сам взяться за дело, трус? Дай-ка посчитать. Большой дворец, двух новых скакунов, красавицу-невесту. Ах, да, еще убить тебя. Nessuna pietà, cane maledetto! Muori! 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 Я загрузил в компьютер файл с доказательствами, но я разделил его на 20 частей и снабдил каждую пароль. Мне нужно найти надежное укрытие. Мы еще разберемся с ассасином. Я слишком много вложил в это дело. Тебе-то что? Ты моя мамаша, что ли? Я разыскивал страницы кодекса. Пытался выяснить, сохранились ли они еще. Но скажи, почему Эцио? Почему Италия? То есть мы могли бы вернуться к Альтаиру в его ранние годы? Минутку. Почему я не слежу за Альтаиром? Почему я здесь с Марией? Ну и странный же сон.
Я предпочитаю называть ее Animus 2.0, так как малышка в два раза лучше любой машины Абстерго. Может, у тамплиеров денег побольше, чем у нас, но зато у них никаких амбиций, никакой страсти. После того, что с ним сделали тамплиеры, после того, что с ним сделала я, там одни обрывки. Если бы мы не давили так сильно на 16-го, то уже знали бы все. И, может быть, он был бы еще жив.